Очередная сессия. Депутаты рассмотрели проект бюджета, вопросы о налогообложении и муниципальном имуществе. Мусорная реформа. С нового года начнет работать региональный оператор. Плата за вывоз отходов станет обязательной. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время на сайте городармавир.ру и в аккаунте «Город Армавир» в Инстаграме.